пожалуйста, а там что, будет каток, да? Елку, городскую елку, наша подрядная организация уже третий год установлена, вот там третий год. Значит, сохранность елки, ее конструктивные элементы вот, за эти три года практически не изменились, все в очень хорошем состоянии. Вот. В течение 1-2 дней мы елку смонтируем. И также, естественно, будем заниматься монтажом после новогодних праздников. И ну, если будет, скажем так, пролонгируется дальше наш договор, то, естественно, в следующие годы тоже будем, скажем так, заниматься этими вопросами по сбору новогодней ели. Ну, через успеем мы выполнить этот подряд в течение 2 дней. Вот. Елка уже будет через 2 дня с огоньками, с шариками и с игрушками. С Новым годом!